Сава. Да, картина. Да! Да? Такая? Тебе нравится? Угу. Пару слов о картине. А можно мне акулу? Акула. Итак, вызов принят. Рисуем акулу. Маленький плашетик у меня 20 на 20. Делю его пополам и потом те половинки еще напополам. С правого верхнего угла к левому наискосок в первой части половинки рисую волну. Это здесь будет у меня волна. И от нее чуть-чуть сдвинусь вправо, делаю плавник. И круг, такой неровный круг нарисовала. И это будет пузо акулы, морда ее, ее тело. Чуть-чуть смещайте, видите, у меня он смещен вправо. Выше, посередине, которая линия, выше нее идет плавник. А если вы поставите точку по центру, да, где у нас пересекаются центральные линии, и уйдем влево наискосок к левому нижнему углу, вот сюда прям я рисую плавник второй. Правый плавник, он ушел и его не видно, а нижний плавник, он полностью уходит в глубину. Теперь беру морская волна серой и чуть-чуть белого и прям разграничиваю море и горизонт. Эта полоса будет моей серединкой между небом и переход в море. К небу я добавляю более светлые полоски, более светлые прожилки. Я мешаю тот же замес, который у меня был темный, только добавляю туда еще более бирюзовый и белый. И неровно штрихую, делаю волны. Посередине у меня будет блик от солнца и облаков. Добавляю нежно-оранжевый, тоже с белым. Все через цвета, не делайте чистым цветом. Я всегда на уроке это говорю. Всегда добавляйте либо белый, либо какие-то другие оттенки, чтобы цвет был не насыщенный, а более мягкий, приглушенный. И если где-то у вас более резкая линия, пальцем намочите палец или сухой палец и рисуйте более плавные, более мягкие переходы. Тогда будет смотреться прям нежно и профессионально. Сейчас просто растушевываю тем же оранжевым, который был посередине, добавляю к нему немножко голубого и белого, пальцем также растушевываю. Это облака. Поверьте, не грязь, а будет выглядеть как облака, когда я закончу. То есть наношу эти пятна поэтапно. Сначала более темные, потом более светлые. Где-то добавляю голубой, у меня же облака не чисто все оранжево-белые, это блик от солнца, солнце где-то уже село, поэтому добавляю более светлые пятна. Прорисовываю еще раз чисто черным цветом уже еще раз эту линию, которая разграничивает горизонт и море, и меняю кисть. У меня была круглая маленькая, а теперь беру среднюю плоскую и делаю амбре. Смотрите, я не делаю его прям, не стараюсь вообще абсолютно, сухой кистью практически от белого перевожу в голубой и также делаю подмалевок на акулу. Делаю ей амбре, перевожу от светлого белого в нежно-голубой и прям в темно-синий. Ну, чтобы была глубина, чтобы дать объем вашей картине, то есть делайте прям на контрасте. Если хотите, конечно, понежнее сделать, то можно и не брать такой темно-темно-синий и без черного. Я добавила черный, и видите, я прям и плавник закрыла, и пузо нижнее закрыла акулы, потому что акула будет немножко ярче, и увела в черный, прям один угол у меня будет насыщенно черный. Перевожу это амбре пальцем, то есть растушевываю, делаю это пальцем. Если вы хотите, если краска уже подсохла, то возьмите пальчик, смочите его и растушуйте сверху, или мокрой чистой кистью, главное, чтобы не тянуть. Но делайте это быстро, если в помещении у вас жарко, акрил будет застывать быстро, в отличие от масла, которым можно эти прорисовки делать достаточно долго, потому что масло сохнет долго, то акрил высыхает быстро, и нужно поэтапно делать прорисовки. Не старайтесь все сразу делать, не старайтесь амбре за раз сделать, потому что акрил будет высыхать, и у вас будет грязь. По чуть-чуть. Сделали переход с белого в нежно-голубой, потом перевели в голубой в более темный, потом темный в более темный. Ну, то есть так поэтапно. Не старайтесь все за раз. И если где-то что-то плохо получилось, то берите мокрую кисть и сглаживайте. А сейчас я прорисовываю более четко акулу. Начала с плавника верхнего, да, который у меня в небе. Тот, который плавник у меня прям уходит в темноту, видите, я прорисовала черным, чтобы край нижний, он в любом случае будет темный. То есть светлая акула у меня будет ближе к небу, а та, которая темная, ну чуть-чуть ее разграничила, чтобы она не сливалась с глубиной, но в любом случае плавник у меня уходит прям в темноту. И сейчас тонкой круглой кистью прорисовываю пузико. Здесь моя задача рисовать так, как будто я рисую шарик. Видите, я
огибаю свою акулу, я ее проглаживаю, как будто улыбка рисую. Ближе к верхнему плавнику акула будет светлая, вы видите, да? То есть вниз пузико у меня будет потемнее, а кверху будет светлая. И я там буду прям прорисовывать блики. Морду, чтобы выделить, ее тоже нужно высветлить. Сейчас я нарисую челюсть и клыки и зубы, саму морду, саму ее челюсть из зубастую. Поэтому я сейчас высветляю. И вы видите, за счет того, что у меня размер маленький, я прям рисую кистью и пальцем, растушевываю эти переходы. Это можно сделать и кистью тоже, но пальцем проще, быстрее, кистью дольше, и нужно ее вытирать. К центру, к носу я тоже делаю темные прорисовки. Я прям беру вот тот замес, которым делала разграничивающую линию волны и заката, и прорисовываю морду. Здесь нужно под челюстью, внутри челюсти сделать максимально темное и поверх прорисовать зубки. Где-то, прям видите, я штрихами уже набросок делаю, там будет у меня зубастая челюсть ее. Но самое главное, что у вас челюсть должна быть внутри, в глубине, прям темная-темная, прям даже черная. Я второй раз пройдусь даже черным. И хаотично сделайте пятнышки какие-то вот под плавниками. То есть акула, она плывет, как вы представляете, вы можете даже посмотреть в интернете где-то. Она же не вся единого цвета одинакового, она в любом случае с переходами. И ближе к поверхности она светлая, там, где она уходит в глубину, там тень, она потемнее. То есть вот это нужно, главное, подчеркнуть. Теперь беру прям чисто белым цветом и прорисовываю блики. Под челюстью прорисую челюсть. И не старайтесь прорисовывать челюсть прям четко, особенно зубы, потому что вы придадите прям агрессивности. Видите, я сделала хаотично, так абстрактно, наметки такие сделала. Попозже я чуть их прорисую. В акуле, чтобы она была узнаваемая, это нужно, естественно, нужна челюсть, острый плавник. И вот видите, вот эти типа рваные линии, которые идут прям ровно по ее половинчато, по ее телу. Вот эта рваная линия по двум сторонам, по боковинкам, это просто визитная карточка акулы. Ее тоже обязательно нужно прорисовать. Но так как акула плывет прям на меня, то там прям этой линии не видно. Но если вы будете сбоку рисовать, эту линию рваную, как кардиограмма, нужно обязательно сделать. Так, сейчас я взяла желтый, разбавила ее чуть-чуть, добавила зелененького, чтобы был такой салатово-желтый, и белого, чтобы не яркий желтый был, а более приглушенный. Это я делаю блики от солнца. Почему не сразу белым? Белым я буду сверху прорисовывать, потому что дать такого солнечного эффекта. То есть белым он будет отдавать просто холодным. А если добавить подложку, сделать желтую, то будет эффект, как будто вот солнышко ложится на тело, на любое тело, акулы, человека. То есть не делайте сразу белым, а дайте подложку желтенькую. Видите, я хоть и закрасила белым, но эффект другой совсем. И сейчас четко, в принципе, уже практически акула готова. Нужно будет только глаза прорисовать, чуть-чуть носик. И прорисовываю сейчас зубки ей. И опять-таки не стараюсь делать это прям четко, потому что придаст злого вида и агрессивного вида рисунку. А мне этого не надо, так как это я рисую ребенку своему, я не хочу, чтобы он испугался. Прорисовываю ноздри и глазки. Опять-таки, не художник и не имея образования, просто, знаете, как вот прищурив глаз, наброски делаю. Пятнышки. Пятнышки темные, пятнышко светлое положили сверху. Когда прям, ну, фотографически никто вас не заставляет рисовать. У нас есть телефон, мы можем прекрасно сфотографировать и получить ту фотографию, которая нам нужна. А рисунок, он отличается вашим почерком, тем, как вы нарисовали, то, как вы передали цвет, то, как вы чувствуете это. То есть не старайтесь прям фотографически передавать. В этом нет красоты рисунка. Нужно нарисовать так, чтобы было видно ваше настроение, было видно ваша рука. То есть вот я захотела вот так нарисовать акулу. Сейчас я вам покажу второй вариант. Для второго я нарисовала другую акулу, которую он мне заказал. Он сказал мне акулу с ножками нарисовать. Вот, как бы, ну, я же не хочу сказать, что я не умею рисовать акулу, поэтому пришлось нарисовать акулу с ножками. И каждый рисунок, который вы делаете, всегда останавливайтесь, отходите и смотрите, как со стороны это смотрится. Ну, вот моя первая акула, которая есть тоже на YouTube-канале, вы можете посмотреть. Ну что ж, пошла дарить мафии. Посмотрим реакцию. Yes! Yes! Ого! Паша!
Я видел это смешное с ногами. А у меня акула такая толстая. Ну вот такие разные акулы. Если понравилось ногами, пиши, выставлю туториал.